нам, знаете, нет, нам, нет. Чтобы было слышно, как говорил. Будет слышно. Нам лучше будет когда слышно. Слушай, а у вас и спереди, и сзади. Сзади. Сейчас направление в стране однозначно, что экологически молодежь — это спорт, спорт — это здоровье нации. Здоровье нации — это виды транспорта. Какие виды транспорта? Машина? Нет. Это в первую очередь то, что дает тебе возможность физического развития. Что велосипед, плавание, лыжи, коньки роликовые, даже самки, допустим, то есть равно это, сноуборды, все. Серьезно. Я серьезен. Я серьезен. Правну голодеда должен быть серьезным. Понятно. Значит, мы сейчас на волне. Почему вы, в принципе, приходите к нам? Почему велодорожки мы пробиваем с огромным трудом, но пробиваем? Потому что молодой человек, он является мало того, что он единственный, кто приносит валюту нашему государству. В больших количествах валюты. Потому что программисты. И у него тяга какая. Он сидит, устает в офисе, он думает непрерывно. Мозги нации, как президент говорит. Это мозги. И вот он, молодой программист, он олицетворяет собой, ну, будущее нашей страны. А я — это немножко прошлое. У человека, вы должны понять, что у человека есть машина, и хорошая машина, у человека есть гараж, у человека велосипеды есть, у него всего есть, но он выбрал из всего этого, выбрал велосипед. Это его выбор. Машина, он ездит иногда на машине, а ездит постоянно на велосипеде. И у него есть еще одна машина, а он говорит: а я себе сделаю электровелосипед для зимы, потому что ему нравится. Это драйв, это накат. Это он не забыл о пробках, и он поехал себе в Силиконовую долину. И сейчас я пробиваю велодорожку именно в Силиконовую долину, по улице Франциска Скорины. И через полгода она будет сделана. Вот увидите. И мы по ковровой дорожке едем с тобой. Это где это ты такое еще увидишь? Нет, посмотрю, эхо, думаю, не очень будет. Величественность дает эхо. Да там все отмикширует, это специалист. Это здание так дает эхо, да? Это специалисты же. Ага. Это же телекомпания, тут все отмечено, это ж не мы с тобой, Рэм. Нам, знаете, что нет, нам, нет. Было слышно, как говорят. Будет слышно. Чуда. Мы можем встать так друг навстречу другу, как бы у нас встреча. Да нормально стоит. Нормально. Да, пускай тебя снимают. Нет, тебя тоже должны снимать. Потом узнаем, потом... Милиция разберется, кого. Да, правильно, милиция разберется, кого снимать. Если я буду несерьезен в интервью, то все.